Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, братья и сестры. В эти священные ночи Рамадана и особенно в ночь перед праздником хочу призвать всех молиться за наших братьев, которые сегодня защищают Байт-уль-Мукаддас, третью нашу святыню, которая должна быть в сердце каждого мусульманина. Это наш долг, это наша обязанность защищать эту нашу святыню. Мы физически или же материально оказать помощь им не можем, но однако это не освобождает нас от нашего долга перед ними и не освобождает нас от нашей мольбы, от нашего дуа. Поэтому то, что мы сегодня можем делать, это просить за них искренне, просить для них победы и стойкости в этой нелегкой борьбе. Каждый мусульманин обязан быть в курсе всех событий, которые связаны с Байт-уль-Мукаддасом, потому что это его святыня. Это земля, с которой наш посланник Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, вознесся на Миарадж, и где он имамом совершил молитву вместе с остальными пророками, алейхим ассалату вассалям. Это наша святыня, поэтому мы о ней должны знать, и мы должны быть в курсе всего, что там происходит. Прошу Всевышнего Аллаха еще раз, чтобы Всевышний Аллах освободил эту святыню, поддержал наших братьев, освободил их от того гнета и несправедливости, в котором они сегодня живут.